например, в коллекции вам понравится. Лошадка Игого. Прикольно, спасибо. А с чего вдруг ты? Прикольно. 10-й сезон, ребята. 10-й сезон. Собственно, мы будем с вами обозревать новый боевой пропуск, потому что 10-й сезон, и пропуск достаточно неоднозначный, очень-очень много ругаются, судя по комментариям, естественно, потому что старые, мать его, реколорнутые скины, хотя вот это ни на что не похож, я не помню такой. О, так, это на финальную награду похож. Привет. Но это в цвет переделан, только женская версия, конечно, да. Поза прошлого сезона. Слушай, ну прикольный, достаточно прикольный. Черная мне нравится. Ну да, вот она, женская версия, собственно. Белый, ничего ж не такой, да. А это что? Испытание по боевому пропуску, я понял. Это мы уже тоже видели. Он тоже меняется. Давайте посмотрим. Так, это тоже женская версия, я так понимаю, или что? Похоже, скин у нас тоже есть уже. Ну, вот это прикольный. Это прикольный. Да. Слушайте, я вижу здесь вот такую вот штучку. Рыцаря. Неужто нам рыцаря дадут? На самом деле, вы уже все видели. Спойлер. Мы, конечно, купим обычную версию. Пока что. Опа. Мой пропуск улучшен. Так, ну что, ну это все понятно, нам все это дали, вкусненькие. Они, кстати, черные в начале, да, очень красивые. Давайте смотреть, на втором уровне нам дают бесполезное граффити. Усилитель опыта на следующий сезон, это понятно. Вот такая эмодзи у нас с рыцарем. Загрузочный экран. 100 вебаксов. Так, оберточка. Это все бесполезно. Что это? Попкорн. Господи. Ха-ха, ну это ладно, еще рофель надо. Так, драндулет, точнее, подойдет к старому скину, кстати. Погнали дальше смотреть. Эмоция, буги-буги-бомба. Граффити ледокрыл, такое себе. Опыт, экран. Ну, вот это прикольный. Тут прикольный экран загрузки. Тут еще у нас 200 бачей. Так, музыка. Херня, танец. О, это передвижение, кстати. Эмоция бесплатная, даже без боевого пропуска, еще и передвижение. Это круто. За это респектоз. Тут граффити, тут у нас шо? Так, косморезцы, давай, покажись. Ну, тоже неплохие, кстати. Так, загрузочный экран Ронин в городе. Автор Аурон Крайтон. Ну, ничего такое. Ну, вот, собственно, Ронин мужская версия, у нас теперь будет и женская версия. А, такое себе, еще вебаксики. Такое себе, сияние разлома. Ну, вот это прикольно, но на что-то уже похоже. Это красная броня. Ну, же есть красная уже подобная, нет? Ну, ладно. Ну, это прикольный, вот это прикольный. Так, мисс будущее. Посмотрим, что это у нас. Ага. Не, ну с маской, конечно, она поинтереснее. Ну, прикольно. Ну, пойдет. Такой себе, не очень, короче. Так, эмодзи, я понял. Граффити бабочка, крылья у нас тоже есть. Вебаксики. Так, Кицуна. Только уже женская версия Кицуна. Понятно. Сюрикенчики, видите, висят, очень прикольные. Так. Прикольный экран. Экран загрузки стали все рисованными. Это прикольно. Аэрография. О, нифига, вот тут прикольный. Слушай, за 30-й левел прикольный. Эмодзи такой. Еще одна эмоция с передвижением. Уже вторая, кстати. Ну, тоже вроде нечешная. Давай дальше. Так, эмблема такой. Еще 200 баксов. Так, это что, эквалайзер. Блин, вот это прикольно, эквалайзер прикольно. На звуки, наверное, будет реагировать, да? Вот это классно. Экран загрузки опять нарисованы. Бутылка редкий. Это понятно, бросать будем бутылки. Недотрога, украшение на спину. Такое себе, а он меняется. А нет, тогда нормально, тогда он подойдет к тем. Граффити такой себе. Сэмплер. О, прикольно. Это она под нашу диджея ламу, я так понимаю, сделана. Выглядит нормально. Так, еще вебакс. Воздушный след вот такой вот. Блин, в глаза будет, наверное, ребеть. Эмодзи перец такой себе. Еще одна Кицуна, только уже беленький. Так, мыльные пузыри. Нормально. Почему нет? Нормально. МС.
Собственно, есть у нас уже подобный скин ламы. Если его можно без шлема носить, как в трейлере, то это будет круто. Если без шлема. Слушай, у него очень много костюмов, блин, это прикольно. Это прикольно. Ну покажи. Без шлема. Нет, без шлема его нельзя, к сожалению, носить. А было бы очень круто. Было бы очень круто. Кирки еще ни одной нет, хотя я вон вижу. Именно кирку я имею в виду. Но я уже вижу на 55-м. Так, ладно. Кошмарный кинотеатр, граффити, прикольно. Такое себе V-баксы. Бомбистки. Прикольно пойдет. Супер бутылка. Такое себе. МС без маски, вот оно, алло. МС без маски, дополнительный вариант для МС. Ага, какие же чилы, вы поняли, да? То есть это дополнительный вариант для него. И все те костюмы к нему подойдут. Нормально, хороший скин, слушай. Куча-куча будет получается вот здесь вот разных костюмов. Я так понимаю, которые можно менять будет. Давай, меняй. Вот. Собственно, пиджаки. МС-шный, вот этот белый вообще нормальный, бодренький, вот этот прикольный. И его можно будет без маски таскать, хорошо. Так, искрометра кирка, нормально. Бьет, что летят искры. Звук нельзя посмотреть, а можно. Нормальный звук, да. Так, еще экран загрузки, еще граффити, еще эмодзи, еще вебаксики. Так, это что? Знаки куба, нормально, в набор подойдет, кстати. Написано с анимацией, но... А, он мигает. Прикольно. Загрузка, загрузка. Еще одна эмоция. И опять с передвижением. Смотрите, что делают. Много эмоций с передвижением. Нормально, нормально. Дальше идем. 64-й левел. У нас идет еще одна кицуна черная. Загрузка. Точные данные. О. Слушай, если они будут показывать... расстояние до приземления будет круто. Вообще имба. Имба. Вот эта пушка. Мне нравится. Еще одна эмблема такое. В-баксики. Так, искрометный эксперт. А, это тоже скин, один из самых первых, по-моему, батлпассовских. У меня его, кстати, нету. О. Блин, прикольная. Прикольная тоже. Ну, вот, правда, самый первый вид ее вообще прикольный. Остальные такой себе. Нельзя переключать. Вот это еще не чешный вроде такой. Нормально, нормально. Так, это что? Одинокая искра. Господи, ну что он такой маленький? Не очень. Хоть набор Fortnite лихорадка. Не очень. Так, 72 уровень. Граффити, экран загрузки. Огонь дракона. Ничешный, кстати, такой. Искрометный эксперт каре. Ага, с новой прической. Дополнительные стили стали вводить в Battle Pass. Чекайте. Угу. Так, 100 баксов. Это что? Редкий дельтаплан. О, щит. Пока не понимаю, прикольно или нет. Разных цветов он будет, да? Двух цветов. Ну, нормально. Ну, как, не знаю. Херня. Как будто недоделанная текстура, если честно. Еще одна иконка у нас. Это бэкспин. Оу, щит. Брейк. Хорош. Хорош, хорош. Бесплатная эмоция с брейком. Это гелик, ребят. Это флай в полторашку. Я брейком занимался. Я еще шарю, если еще. Нормально, нормально. Там космонавта я вижу уже. Экран загрузки новый. Еще опыт, туманность. Воздушность. Ну, это ничешный, ничешный. Такой еще V-баксики. Так, агрессия. Ну, нормальный, пойдет, пойдет. Еще одна иконка дабл-помпа. Да ладно, прикольно, прикольно. Экран загрузки с вулканом. Опа, космонавт, вечный странник. Покоритель бескрайних галактик. Входит в набор космический, что-то там. Блин, вот этот прикольный с черепушкой. Блин, ну почему два с черепушкой? Почему нельзя было сделать и еще один стиль, но другой? Что он же разный. Вот этот просто черный космонавт, прикольный. И вот второй уже типа с лицом, он уже более такой плавно переходящий. Этот с черепушкой, ну все круто. Ну сделайте, доделайте четвертый скин, просто другой немножко. Ну хорош, вот этот классный, вот этот классный. Так, дальше у нас еще усилители. Так, эмоция, как будто уже была такая. Еще V-баксики, музыка. Черный рыцарь, так. О, вечный странник, дополнительная эмоция. Вот это крутая, кстати. Ой, дополнительный стиль. Тут крутой, крутой. Шлем вообще классный. А еще экран. И на 95-м... Да ладно, железнокрыло так дают? Я думал, в слитых скинах это будет какой-то новый просто этот. Прикольный. Но юзать его никто не будет, он слишком большой, ребят, слишком большой. Так, подобрались мы к сотому. Опыт кирка, путь Тануки. Ну, прикольно, прикольно. Ничего супер-пуперского, но прикольно. Еще V-баксики.
МС корона. Смотри, дополнительный стиль для МС. Нихера себе, можем быть вообще с короной бегать. Кайф, кайф, прикольно. Ну и последний, 100-й уровень, собственно, шо у нас? Несокрушенный рыцарь. И сразу же для него идет щит на спину. Какой-то не очень щит, если честно. Черный нормальный. Так, давайте посмотрим. У нас есть 6 вариантов рыцаря. Золотой. Есть серебряный. Есть красный, нормально, слушай, посливали старые скины. Вот, вот этот на старого похож, золотой, серебряный, ну и красный, да? Хорош, ребят, ну для тех, у кого нет рыцаря, собственно, для тех, у кого нет рыцаря, этот батл пасс вообще пушечный, потому что вы до сотого докачаетесь, получите сразу 6 рыцарей разных, лул. Ну и, собственно, на этом обзор батл пасс у нас закончен. Не знаю, в этом сезоне мы будем вырываться. Врываться в Fortnite, и поэтому, если вам нужны видосики, ребят, давайте поставим лайкусик, какой-нибудь комментич обязательно. И я буду знать тогда, а как я эту кирку пропустил? И вот эту. А чё за прикол, почему их в батл пассе не было показано? Прикольно, прикольно. Ну, в общем, давай поставим лайкусик, какой-нибудь коммент. У меня есть парочку интересных идей по поводу новых видосов по Fortnite, потому что есть у меня видос, как получить NVIDIA Bundle, как его приобрести. Кто не видел, можете посмотреть. Выйдет скоро способ получения, видосик, способ получения этого от Samsung, если не ошибаюсь. Но вы знаете все вот это, вы же лучше меня даже знаете. Лул, я вам расскажу. Что на это вестись не надо и как вас разводят. Вот, ну и собственно на этом все, давайте, ребят, всем пока.